имеются ли какие-либо чеки о проведении финансовых операций при себе. Что это за документ? Предъявите всем участвующим лицам. Добровольно выдал два кассовых чека о движении денежных средств, на которых имеется сведения о поступлении денежных средств Сбербанка России, ОСБ, отделение 8622, расположен Чапаев, 19/27. Перечисление денежных средств на сумму 200 000 рублей.